Ирина Иванова проработала на почте 21 год. А началось все с родительского примера. Ее мама была начальником отделения. Часто брала Ирину с собой. Она с детства помогала перебирать письма и посылки. А затем стала почтальоном. Через 4 года переучилась, заменила маму в должности начальника отделения. Нравится, наверное, с людьми работать. Не знаю, привыкла уже. Сегодня, в День почты, Ирина Иванова получила ценный подарок губернатора Рязанской области за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу. Всего же сегодня вручили 77 ведомственных и корпоративных наград. Но самое главное остается человек, самый основной, который работает с населением. Население к вам относится очень приятно, очень уважает. И для почтальона встреча с каждым человеком, она, возможно, знаковая, но для этого человека вы почтальон как свет в огне, особенно в наших отдаленных сельских районах. История Почты России насчитывает более 1000 лет. Наша – одна из старейших в Европе. Ежегодно Почта России обрабатывает порядка 2,5 миллиардов писем и счетов и около 194 миллионов посылок, а также обслуживает больше 20 миллионов подписчиков России. В Рязани 32 отделения, здесь трудится 800 сотрудников. А сегодня 14 из них украсили доску почета УФПС Рязанской области.